Кристина Белякова. Кристина, 11 лет, доброе утро. Кристина, мы уже... Список увлечений Кристины, друзья, занял бы отдельную программу. Но я вот вкратце просто. По классу гитары в школе искусств учится Кристина. Занимается в школе Олимпийского резерва спутник спортивным рафтингом и туризмом. Подводное плавание маленько рисует и пение. Сегодня Кристина будет петь. Почему ты выбрала именно вот так? Мы бы подводным плаванием, тут у нас просто бассейна нет, поэтому остановились на пении. А почему не решила с гитарой, например, прийти утром? Я начала петь очень раннего возраста, но профессионального вокала начала заниматься 7 лет. Микрофончик, говори, микрофончик. Ага. Еще раз. Я начала петь с раннего возраста, но профессионального вокала начала заниматься 7 лет. В моей школе номер 88, моего педагога Светланы Петровны, куда привела моя мама. И все, что я сейчас достигла, это благодаря моему педагогу и моим родителям, которые всегда меня во всем поддерживают. Какой хороший ребенок. Кристина, расскажи, в основном ты народные песни поешь. Почему ты не эстраду выбрала, не джазовую, да, что-то? У меня как бы получается эстрадовые и академичные, но больше всех у меня получаются народные. Ты уже сказала вот того, что я достигла благодаря вот маме и преподавателю. Конкурсы выигрывала уже какие-то? Да. Или вот пока еще нет? Что выигрывала? Вот я выигрывала лауреат и почти до гран-при дошла. Одного балла не хватило один раз. Ну, наверное, ни одна школьная вечеринка или школьный утрик не обходится без твоего участия. Нет. Скажи мне, что за песню ты там сегодня споешь и почему ты остановила свой выбор именно на этом произведении? Сегодня я вам спою песню «Русскую народную Маланья». Я остановилась на ней, потому что я над ней работала очень много лет. Даже лет. Давай, мы попросим сейчас музыкальное сопровождение и чтобы ты спела нам. Пошли. Рассыпала Маланья бобы, раскатились бобы туды-сюды, собирали их солдаты молоды, они набрали будто мешок, наварили каши пуд да горшок, накормили кашерот у солдат, поглядели. А бобов-то не хватает. Тут солдаты догадались, за Маланью принимались. Да вела ты распала, не до беды. Ты рассыпала казенные бобы, ты рассыпала казенные бобы. Тут Маланья расходилась, раскуражилась. Да и где же это видывано? Где же это слыхивано, что без ведер можно повод ходить, что по молоду табу можно гулить, чернобровая румянистую пересмешницу маленькую, гулки алы будто маков цвет, зубки бел словно бусинки, голосочек словно газельки. Рассыпала Маланья бобы. Ох как! Прям голос у как тебя. Как там сейчас говорит молодежь, бомбическое выступление. Кристина Белякова. А чего добилась ты? Я пошла. Правда здорово. И вот я теперь все понимаю, что эта история с твоей симпатией к русскому народному, потому что у тебя это прекрасно получается.